Наталія Карпова – тренерка з фітнесу та функціонального тренінгу, інструкторка дитячих групових програм та напрямку підвісні петлі TRX, хореограф, учасниця всеукраїнського фестивалю з фітнесу «Бенефіт». Доброе утро! Мы продолжаем заниматься, и сегодняшний наш комплекс будет на общую группу мышц. И первое упражнение – становая тяга. В становой тяге используются мышцы спины, ягодиц и ног. Становую тягу мы будем выполнять с гантельками весом по 1 кг. Также, если вы занимаетесь дома и у вас под рукой нету гантелей, вы можете взять просто бутылку с водой. Итак, мы начинаем. Исходное положение – ноги на ширине таза. Первое, что мы делаем, отводим таз назад, наклоняемся с ровной спиной. Спина параллельно идет полу, голени 90 градусов. На выдохе мы поднимаемся и вверху зажимаем ягодицы. Распространенные ошибки, которые бывают в выполнении этого упражнения. Первое – это округлая спина. Дает большое напряжение на позвоночник, которого мы должны избегать. Поэтому спина должна быть ровно, параллельно полу. Продолжаем. Второе – это колени выходят за носки. Это дает большое тоже напряжение на коленный сустав. Поэтому надо контролировать свою голень, чтобы она была перпендикулярна поверхности. И при возвращении в исходное положение мы должны не забывать подкручивать ягодицы, чтобы ягодичные мышцы тоже вступали в действие. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять, называется бурпи. По сути, оно выполняется из трех частей. Это планка, отжимание и прыжок. На разных этапах бурпи задействуют разные мышцы, такие как мышцы плеч, груди, трицепса, пресса, спины, квадрицепса и задняя поверхность бедра. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Первое, что мы делаем, это садимся в глубоком приседании, кладем ладони возле ног. На выдохе мы делаем прыжок в планку, отжимание, возвращаемся к рукам и резко выпрыгиваем вверх. Если вам сложно прыжком выходить в планку, вы можете сделать это по облегченной версии. Кладем руки по одной ноге назад, отжимание по одной ноге вперед и сделать отпрыжку. Ошибки, которые могут быть сделаны при выполнении данного упражнения. Первое. Вот приседание. Должно быть глубокое приседание. Колени не должны выходить за носки, мы это помним. Дальше. Выход в планку. В планке поясница не должна прогинаться. Спина должна быть ровная. Позвоночник должен быть выпрямлен, пресс должен быть зажат. Отжимание. На выдохе мы делаем жим. Опять подпрыгиваем к рукам. И на выдохе выпрыгиваем вверх. Данный комплекс желательно выполнять 10 раз по 3 подхода. Но не забывайте перед этим размяться и сделать заминку в конце. Занимайтесь вместе с нами. До следующей встречи.